Не так давно губернатор Камчатского края вместе с рабочей группой посещал поселок Озерновский, поселок Полужетку. В поселке Озерновском было открытие визит-центра, собирались местные жители, гости. Ну и был такой краткий диалог с местными жителями по наболевшим вопросам. И в том числе были вопросы, которые сегодня волнуют местных жителей. Это свалки, это вопрос по обустройству поселка, ну и масса-масса сопутствующих вопросов, на которые не смогли дать тогда ответы полноценно, да, потому что не совсем удовлетворяло временной промежуток, достаточно мало времени было на этот диалог. Было отвечено в общих вопросах, после чего была организована инициативная группа со стороны населения, жителей Озерновского, поселка Озерновский. И эти вопросы были сформированы, изложены на бумагу. Соответственно, пришли в наше правительство Камчатского края, в наше министерство были направлены. Все министерства отработали свои вопросы. И сегодня мы, для того, чтобы понять ответы, для того, чтобы их обсудить, для того, чтобы было понимание, каким образом мы ответим жителям, чтобы это было понятно, четко и не дежурными фразами, провели такое совещание, получили ответы на все поставленные вопросы.